Пасха. В этом году для жителей Кинешмы станет двойным праздником. В воскресенье 28 апреля в городе на Волге откроется сезон навигации. В речной порт причалит трехпалубный круизный теплоход «Климент Тимирязев», способный перевозить более 200 пассажиров одновременно. График судозаходов на этот год уже согласован мэрией Волжской столицы региона. Всего в течение сезона, который продлится до октября текущего года, в Кинешму будет совершено 70 судозаходов. Напомним, что в прошлом сезоне, который стал первым после 8-летнего перерыва, их было 42. И это говорит о возросшей популярности Кинешмы у речных туристов.